Кристина, 17 февраля. Как научить правильно называть себя? Как научить правильно себя называть по имени? Здравствуйте. Запятая. Спасибо за вашу рубрику. Все выпуски смотрю. Пожалуйста, Кристина. Итак, к нашей проблеме. Ситуация такая. Год, все-таки запятая, назад сын вместо своего имени стал называть себя «Кто это?». Наверное, как и все, показывали фотографии и спрашивали: «А это кто?». «Да», запятая, «баба». «А это кто?». «Да», запятая, «папа» и так далее. Наверное, фотографии сына излишний акцент делали. Анализируя нашу ситуацию, поняла, что когда приходили в гости к кому-то, то у наших друзей обычная фраза была: «А кто это к нам пришел?». Сын, да, стал себя называть. Кто это? Сначала было смешно, но уже не до шуток. Сыну 2 года 10 месяцев. Все в садике правильно себя называют, а наш нет. Дома, это, конечно, это нет личности, куда-то личность потерялась. Дома по слогам прошу произнести имя. Постоянно спрашиваю, как его зовут. Называйте по имени и все. Поправляю. Постоянно спрашиваю, как его зовут, запятая, поправляю. Говорю: нет, тебя же Миша зовут. Миша, повтори. Он говорит: Мика или Миша, Миша, Мима. Шипящие ему еще сложно даются. Опять повторяю вопрос. Опять отвечает неправильно. Как нам быть? Что делать? Куда бежать? Спасибо за ответ. То есть, получается, спрашивают, как тебя зовут? А он что, отвечает: кто это? Ну, это срочно к специалисту. Это ребенок что-то это... Потерялся просто. Нет, не потерялся. Осознание себя появляется довольно-таки рано. Ребенку 2,10. Нет личности, нет стержня, нет я. Наверное, к психологу однозначно. И к неврологу. Собрать анамнез, в чем дело? Что в анамнезе у ребенка? Здоров, нездоров, как беременность, как роды, как прививки, как первый год, как пошел, как перевернулся, как встал, как сосал, как ел, какие прививки, когда, как развивался, 2,10, тут целая жизнь уже прошла. Значит, идем к специалисту однозначно и выясняем, это симптом, скажем так, диагноза, или это симптом предзапущенности неправильного воспитания, или что-то где-то ребенок потерял. Однозначно я пошла к специалисту, этого ребенка, во-первых, нужно собрать весь анамнез у вас, у родителей, это нужно проработать с ребенком, посмотреть, позаниматься, поиграть, поспрашивать, ну, протестировать, грубо говоря, и понять, это что это симптом или это просто, ну, действительно, заигрались вы. Кристина, 17 февраля.